Хай всем, с вами Джоэл. Добро пожаловать ко мне сюда. Скайрим. Короче, я сходил туда. Короче, я пошел туда. Ну, я сейчас за съемки, ну, при съемке. И понял. Надо туда очень рано пихаться. Может, потому что мы туда зашли. С этой девушкой. И, короче, нас на вступы стали разносить. Там эти маги не настолько сильные, что вообще кердец какой-то. Еще в шоке. Я решил. Лучше начал в Скайриме разобраться, а потом идти на эти остров. Потому что, ё-моё, я вообще не в курсах. Мне вообще никто не говорил, что в этой игре есть какие-то острова. Да, кстати, как тут дракон должен был заспавниться. Ладно. Виндхельм. Пойдем туда. Я опять в воду упал. Сейчас страшненько. А нет. Появился. Ну и все, у меня магия закончилась. Восстанавливаем нашу магию. Ты слышишь? Ты дракон. Ой, не-не-не, я понимаю, что... Ну, можешь взять, и нам ничего не будет, нормас. Где? Убежал, что ли? А там что он делает? То есть он тут всем уже без разницы, да, что тут драконы летают. Умри! И правда. Слышь? Дракониха, сюда иди. Ну куда ты приземлилась-то? Моя магия не доходит до туда. Воу. Ничего себе. Че, крик такой, что ли? Тебе конец, драконушка. Это такие более сильные драконы. Чешуя. Душонка! Душонка! Все. Сейчас получим ее. Да, и если кто не знает, куда используются души, да, это вот сюда. На всякие эти дыхания. О! Вот это вот только что дракон применил, вот эту фигню. Угу.
Агас. Мороз. Сейчас можешь попробовать это, что ли? Ой, я даже не взял. Сейчас попробуем. Что это за крик? Как он выглядит? Ну, это, наверное, как раз есть, который там этот дракон применил сейчас. Да, узнают. Я рад. Чё? Ладно, побежали туда. А то у нас тут полно за два задания в этом районе. Еще город исследуем. Как там есть дверь? Вот тут. Чё себе, это надо забираться наверх. Если там лестница есть, что-то попасть. Я что, все понимаю, но... А. Вот сюда надо. Так. Ладно, тогда я с ним поиграю. Он живет рядом. Я постучусь к нему и... Нет, нет, подожди. Он и его дом, они... Так. Ладно. Делаем так. Нет, не будем так делать. Там взломать двери или не надо ломать? Или нам откроют дверь? Нет, с ним надо поговорить. Я сохранился, сейчас зайдем, посмотрим. Снова и снова с телом и со всем остальным, и вы пришли, ассасины из темного братства. Не нужно ничего говорить, нет нужды. Вы пришли, и я знаю, что вы примете мой контракт. Контракт? Моя мама, она умерла. Я теперь совсем один. И они отправили меня в этот ужасный приют в Рифтоне. Благородный. Начальница там злая, жестокая женщина. Ее зовут Грела Добрая. Но она совсем не добрая. Она ужасная со всеми нами. Тогда я убежал и пришел домой. Я сотворил черное таинство. И вы пришли. И вы убьете Грела Добрую. Ничего себе. Что, будем реально ее убивать? Да ничего себе, заданица. Так, куда нам тащиться? Тут где-то двери есть. Куда-то. Смотри, куда идешь. Очень интересно. Так, стоп, я не могу понять. Кого-то убить? Надо выходить наружу, чтобы кого-то убить, да?
Давайте сделаем это задание, которое у нас тут в городе. Тут у них дверца. Ничего себе, мальчик. Алгров не даст нам прямого ответа. Он настоящий норм. Он образумится. Я не был бы столь Только уверен. Дураки и смельчаки приходят в Ярву без вызова. Я тебя знаю? Мы уже встречались. Да ну. Ах да, Хелген. А, тебе должны были голову срубить. Тоже верно. Что ж, тогда ты там, где нужно. Поговори с Галмаром. Мне всегда нужны умелые бойцы. Не все могут похвастаться тем, что выбрались из Хелгена. В последнее время всех преступники записывают. Если твое преступное прошлое останется в прошлом, и ты будешь отважно сражаться за нас, мы приветствуем тебя в наших рядах. И что, по-твоему, я должен делать? Ну, что если он не с нами... Значит, он против нас. Им известно. Им всем известно. Сколько еще мы будем ждать? Считаешь, я должен отправить Балдруфу послание более ясное? Да. Надо воткнуть меч ему меж ребер. Мы опозорим его, захватив город. Послание... Значит ли это, что мы готовы к открытой войне? Наберись терпения. Я настаиваю. Они все заслуживают смерти, как и их ныне мертвый король. Смерть Торуга и была моим посланием ярлам. Кто бы ни пришел на их место, всем нужна будет поддержка нашей армии. Мы готовы, только скажи. Посмотрим, как пойдут дела. Часть спокойствия больше коротов. Если мы возьмем город без боя, тем лучше. Но если нет... Народ на твоей стороне. Вот братья Буря. Многих еще предстоит убедить. Бери. Братья Буря одерживают победу за победой. Но. Я не великий стратег. Но лорд Ульфрик все равно прислушивается к моим советам. Что делать-то? Если у тебя есть новости о положении в западных владениях, немедленно расскажи все Ульфрику. Ну, Хелген, да. Ульфрик нам такие страсти рассказывал. Если тебе удалось оттуда выбраться, значит ты чего-то стоишь. Но вначале скажи мне, зачем чужаку воевать за Скайрим? Скорее мой дом. Понятно. А примешь ли ты смерть за свой дом? Отлично. Лол. Перед тем, как я пристрою тебя к делу, мне нужно знать, на что ты годишься. Придется пройти небольшую проверку. Рад слышать. Особенно если ты можешь подкрепить свои слова сталью. Я отправлю в Змеиный камень. Если выживешь, примем. Если погибнешь, значит нам такие не нужны. Это место, где веками проверялось мужество воинов. Там есть странное каменное сооружение. Его построили древние. Что-то притягивает туда ледяных привидений. Убей там ледяное привидение, и я буду считать, что проверка пройдена. Да раз плюнуть. Только тех, в ком я не слишком уверен. Хочу посмотреть, на что у тебя хватит сил и решимости. Ну, это мы еще посмотрим. Скоро вернусь. Ну, го, убивать. Привидение. Можно встретиться тут? Так, давайте я уберу все этим.
Хотя ладно, пусть будет. Убить привидение. Там кого-то найти, какой-то листочек силы надо найти. Так. Ты не то, ты не то. Так. Выясним, что ищут вампиры. Гась. Посетить музей. Найти причину. Бист. Давайте я подумаю об этом задании. Потому что, как я понял, то есть тут надо выбирать за кого. Либо имперский, либо этот. Так. То есть об этом задании надо очень сильно подумать, потому что это будет, ну, это будет сложно достаточно. Надо будет посмотреть за кого, что мне даст, надо посчитать, посмотреть, выяснить. А мы пока поделаем простые задания, которые тут находятся в этих районах. Вот давайте вот в храм пойдем наконец-то, а то вот около его ходим и ходим, ходим и ходим. О, тут вот горка вверх, прямо на него. Так. Вот-вот, мне опять спрашивали, зачем ты не продаешь, почему ты не продаешь эти маски? Не зачем, ё-моё. А, вот это... Ну, маски нужны для этой, да? Для этой фигни. Мне просто очень интересно будет, что это будет, если все эти маски собрать. Храм где-то здесь должен быть. Вот. Скорее всего. Нет, я не туда иду. Лол. Там всего лишь одна стрелка должна быть. Всего лишь должна быть одна стрелка в одной стороне. Если смотреть, то это вот сюда идти вообще-то. Да. Я не в ту сторону, просто пошел. Ой-ой. Душа. Душонка, душонка, душонка. Так, я тут здесь, наверное, подъем. Надо будет забраться наверх. Ой. Вы эти два раза? Я шел не в ту сторону, понимаете? Этих два раза я шел в другие вообще стороны. Не туда, куда надо. Эх, ну сейчас подойдем до туда, что ли. Там есть медведь, который меня сносит каждый раз, как иду туда. Не могу. Три раза меня убил. Три раза. Пердец. Ладненько. Наконец-то, наверное, дойду, наверное, туда спокойно. Да и тут медведь! О, боже мой! Да вы издеваетесь своим медведем, да ё-мо, доста... А, не на то нажал. А, медведь. Ну, даже душонку захватил. А-а-а.
Как меня это раздражает. Медведя. А вот, вот куда нам надо. Кто-то... О, волки. Хай. А кто? Ты говоришь с дозорным Стендара. Начни поклоняться любому Даэдра, и мы тебя выследим. Ничего себе. Опасно. Так, кот, наверное. Подъем? Нет, это не тут. Священная шахта. Походу, там можно будет добывать всякие ресурсы, да? Ну чё, будет полезно сходить мне туда. Нет записи, потому что... Ну чё, интересно сидеть и добывать руду. Вот. Не знаю. Ладно, сейчас дойдем точно до туда уже. Еще один медведь на меня напал. Вообще, они издеваются. Вот мы и пришли сюда. Наконец-то. Азура предсказала твой приход, странник. Не любопытство, но сама судьба привела тебя сюда. Угу. Интересно. Азура даровала мне предвидение. Видение того, как ты поднимаешься по этим ступеням к алтарю, снизошло на меня задолго до твоего рождения. Тебе суждено стать ее верным воином. Я знаю, это неожиданно, но не тревожься. Все случится так, как она предсказала. Ступай теперь в крепость, которой вода угрожает, но не касается. Внутри ты отыщешь эльфийского мага, способного самую яркую звезду сделать чернее ночи. Эти слова звучат загадкой, я знаю, но Азура не ошибается. Полагаю, крепость, о которой идет речь, это Винтерхолд. Спроси, знают ли они там эльфа-колдуна. Она богиня рассвета и заката. Азура прозревает сумерки грядущего и ведет нас сквозь них. Угу. Святилище построили данмеры, мои сородичи. Мы бежали из Моровинда почти 200 лет назад, после извержения Варденфела. Тем из нас, кто был верен Азуре, она даровала видение, которое позволило нам вовремя покинуть остров. Это святилище было возведено в благодарность ей, чтобы никто не забывал, что она бережет нас. Так. Да, поначалу были и другие, но видения Азуры испытывали веру на прочность. Один за другим они все ушли. Они слишком страшились узнать собственное будущее. Но я не хочу покидать святилище. Видение — это дар. Азура предупреждает меня о катастрофах, войнах, гибели, прежде чем они происходят. Я не откажусь от ее зрения. Это задание. Это задание. Будем делать немного позже. Давайте пойдем вот сюда. И выясним, почему же. И кого, и за, почему, и зачем убили там кого-то. Лечение. Мне бы восстановление магии бы не помешало. Прошелся так вокруг маяка. 21 уровень скоро. Я он был уже 21, но... Там что-то лагнуло.
эксперт. Ой-ой. Почему-то тут лагает. Что? Так, тут что-то есть. Ого. Ключик. Так. Тут ничего нету. Это интересно. Она что-то не говорит. Тоже ничего не говорит. Тоже ничего нет. Тут тоже ничего нет. Да ё-моё. Может, записка какая-то валяется. Ну, что-то еще. Так, сопротивление холоду. Опять лечение. Утюг, стекло. Сколько тут одежды? Если было бы за зачарование. Место для зачарования. Вот было бы просто удобно. Так. Там кто-то на втором этаже. Получили ключ? Так. Тумбочка. Тут наконец-то есть золото. Пошлите на второй этаж, что ли? Тут вообще ничего нет. Видите, наверху кто-то есть. Кружку зачем-то взял. Вот такие, скорее всего, наверху. Сейчас нажим два раза F8. Призовем. Нет. Нам дали от чего-то ключ. Вот. Кто об этом не говорил? Где там? Ты поешь? Что-то тут наверху лагает, а внизу не лагает. Да иди ты, а. Слышишь? Первый пошел. Ай. Всё. На скрытность еще качать. Точно. Скрытность. Будем его качать. Так, мы куда-то идем. Автосохранение. О. Вы серьезно? Так. Качаем еще магию.
Так, что нам тут? У нас есть что разрушение такое интересное. Это у нас есть. Можно тоже было бы, наверное. Нет. Что там у нас? Скрытность. Зачарование можно качать, наверное. Скрытность, а нет. Вот. А, ты эти. Вот я про этих говорю. И вот этих я ненавижу вообще. Ничего себе. Тут, наверное, очевидно, почему кого-то, ну, почему их тут убили. Тихо. Тихо. Так, тихо. Золото. Ой-ой. Пошли. Паук. Там какой-то большой паук. Так. Чё с ней тут дружит? Пачок пропал. Так. Не. Вот сюда. Ой-ой. Тихо. Чувак, тихо, тихо, тихо. Все нормально. Не боись. Он пропал. Ха-ха, из виду. Ничего себе. А. Кто тут с кого стреляется? А там кто-то есть. Так, 5, 9.
А, чувак есть. Хм. Ладно, пошлите дальше. Так. Прям их это база. Опасно. Ой-ой. Давай. Ну. Ой-ой. Может, подействует? Нет, не действует. Частично только. А нет, он все-таки по воде может ходить. Может, или дом побить? Немного. О! Долет на них действует очень даже хорошо. Ой. Го. Подождем, когда наш это Атронах вернется. Так, F5 ставим. Тут вообще стрёмно, конечно. Не, что тут делать? Кто это такие? Скрытность повышается до 32. Сохраняемся. Сколько их тут? Сядь. Яйца. Эти яйца, ты их можешь тупо фармить. Ой. А, не-не-не-не, не надо никого ждать. Вот так. О, макака! Ничего. А! Да, с одного удара меня убило. Ничего себе. Так, куда мне идти-то, ё-моё? Вон туда. Надо было сохраниться, а я что-то... А нет, все нормально. Где?
F5. Если большой сюда прибежит. Они же будут идти в эту сторону. Да. Как отступать? Да ну. Давай, воюй с ними, я тут поставлю пока что. Ничего себе, ну по крайней мере эту главную убили. Что это такое? Точнее, кто такое? Ой, зачем я напал? Нет, уходи. Так, подожди. Да ну тебя, макака, ты пушистая какая, ты же жесткая. Так. Зелье лечения, запаса сил, ё-моё, где магия? Слабое зелье магии. А, нет, не убил. О, да? Не. Так, F5. Ой-ой-ой. Как же это все сложно, ё-моё. Лечение. Точно. Хотя я сейчас могу сам убиться. Нажимаем F5. Предметы. Зелье свитки. Давай. И тройка. И двойка. Давай. Нет? Да ничего себе. О. Побегу-ка я отсюда. Не буду с ним воевать. Вызовем еще этого сюда. Так. Куда нам идти? А да вот. Ничего себе. То нам наверх, да? То есть. А! Йоу! Притупил.
Все, да ну это место очень опасное. Вообще для меня тут вообще все опасно. Надо прокачивать скрытность и так далее. Так, где мы? Ага, понятно. Так, делаем так. А, страшно. Сколько у нас? 45 минут, надо уже потихоньку заканчивать. Ё-моё. Я не ожидал такого, но главное, что надо все сделать. Фу, я думал, что тут что-то происходит страшное. Красиво. Го, быстренько еще сходим, ну, на значок Skyrim. Что-то означает F5. Просто мне очень самому интересно. Так, все понятно. Лагерь. Знал, что увижу столько неприятных вещей. Имперский. Региону всегда были нужны сильные и умелые воины. Если думаешь, что... Ага. Наш штаб расположен среди... Вот, правда не знаю. Кому идти? К имперцам или этим? Берегись шпионов Ульфрика. Будь начеку. Никогда не знаешь, когда псы Ульфрика вздумают напасть. Очень интересно. Ну ладно, народ. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайки, комментируем. Не забудь подписаться на канал. Поставить лайк. Сейчас тут никого не будет. О, будет. Ледяное привидение. Так. Не буду я с ним воевать. Ну ладно, теперь давайте все. Народ. Всем пока. Ну, я тут решил быстренько сходить еще в музей. А вот и первый посетитель. Музей мифического рассвета открыт. Да, здесь моя коллекция артефактов культа, который чуть не разрушил империю. Может, войдешь, посмотришь экспозицию, и мы поговорим. У меня есть работенка как раз по тебе. Чуть неплохо. Давайте посмотрим, что как это выглядит. Осмотрись, не стесняйся. Возвращайся ко мне, когда захочешь обсудить. Гобелены, которые висят в этом зале и снаружи, были найдены в схронах, где члены секты мифического рассвета встречались и эти обгорелые бумаги. Все, что осталось от легендарного мистериума Заркса. Кощунственные книги, написанные лично Мирунасом Дагоном. Говорят, что Манкар Камаран использовал книгу для открытия портала в рай, где все его последователи будут жить вечно. Что ты расскажешь об этом? Ладно. Книга комментариев к мистериуму Заркса написана главой Ордена Мифического Рассвета Манкаром Камараном. Он обещал, что все его последователи попадут в рай после смерти и затем возродятся рядом с Мирунасом Дагоном. А? Угу.
вопросы о музее? Да, вот это что? Вот это что это? Вот здесь он... Тут, походу, будет задание, что найти этот клинок. Да? У тебя есть вопросы о музее? Или ты хочешь поговорить? Для начала послушай немного истории. В общем, после кризиса Обливиона несколько групп взялись за уничтожение остатков мифического рассвета. Одна из групп нашла бритву Мируниса. Великий артефакт Мируниса Дагона. Они разбили ее на три части и поклялись хранить их порознь. Это было почти 150 лет назад. Но потомки тех воинов все еще хранят кинжалы у себя. И они живут здесь, в Скайриме. Двое из хранителей обломков, Гунзул и Драскуа, опасные бандиты. А третий, Йорген, я знаю только, что он живет в Морфоле. Вот, держи мои записи о них. Если добудешь части кинжала, я хорошо заплачу. И лишних вопросов задавать не стану, если что. Интересно. Так. Я не скрываю, что мои предки были членами мифического рассвета. Одного из моих праотцев даже избрали для убийства самого Уриэля Септима. Мы годами прятались от своего прошлого. Стали торговцами, богатыми и влиятельными людьми. Но я понял, что важность мифического рассвета, наша важность, для истории неоспорима. Я хочу, чтобы все в Тамриэле вспомнили, что в какой-то момент мы держали в своих руках судьбу мира. К добру или к худу. Ладно. Удачи, вот так. Теперь давайте. Пока.